Всем привет! В этом видео вы узнаете о важных датах, что и когда пройдет, о новых промокодах и о новом браузерном событии с линии, после которого присылают примогемы на почту. Всем приятного просмотра! Начнем с того, что уже в этот понедельник, 14 августа, разработчики собираются анонсировать новых персонажей. Скорее всего, их будет аж целых 3. А также в этот же день появится предзагрузка обновления 4.0, а уже 16 августа выйдет свежее обновление. И в этот же день, как и всегда, разработчики выдадут всем игрокам 2 новых промокода, один из которых на примогемы, а второй, как правило, на Мору. Чтобы вы точно не пропустили такие важные вещи, как анонсы новых персонажей 14 августа и новые промокоды 16 августа, обязательно подписывайтесь на наш Телеграм. Там мы мгновенно все опубликуем, а вам сразу же придет уведомление. Ссылка в описании. А в моей телеге по Star Rail на днях тоже появился новый промокод. Также сегодня стартовало браузерное событие «Встреча за кулисами», главным героем которого стал Лини. И продлится оно по 16 августа, так что поторопитесь принять участие. Ну а для участия необходим как минимум 10 ранг приключений. В самом событии необходимо отыскать животных и букет цветов для Лини. Делается это все очень просто. Места, где нужно искать, подсвечиваются желтым цветом. И показан предмет, с помощью которого нужно взаимодействовать. Как принять участие в этом веб-ивенте есть в нашем Телеграме. Событие очень простое и красочное. А в награду можно получить 40 примогемов и остальные показанные ресурсы. После завершения события примогемы сразу же высылают на почту, и их можно будет собрать в игре. Напишите в комментариях, понравилось ли вам такое браузерное событие с линии. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!